Все лето мастерская «Оранжевое настроение» радует детей творческими занятиями. Ребята с удовольствием ходят на уроки, учатся создавать необычные поделки, стремятся сделать их как можно лучше, чтобы подарить своим родителям. Так на очередном занятии дети мастерили целую картину из обычной бумаги. Полосочки – это просто для ориентира. Волны у нас могут быть и пошире. Такие занятия позволяют детям не просто научиться пользоваться обычными канцелярскими предметами, но и помогают расширить их кругозор и открыть в себе творческие способности. А наша задача – показать, как вот из обычных вещей, из обычной бумаги, из обычных каких-то бросовых материалов создавать красоту. То есть видеть, вот замечать вот эту красоту вокруг себя. В творческой работе детям, конечно, помогают педагоги, но их родители с удовольствием принимают участие в создании красивых подделок. Мы уже давно ходим, нам очень нравится, и ходим сюда с удовольствием. И огромное спасибо преподавателям, которые здесь прекрасные идеи подают для того, чтобы и дома делать какие-то подделки для садика. Вот. Дети довольно ходят. А главное, что родители понимают, какую большую пользу приносят такие занятия, и радуются, что в их детях открываются новые таланты. Полезно, потому что они здесь общаются, развиваются, радуются. Они очень ждут, когда они сюда придут с друзьями. Дома рисуем, клеим, но им скучно. А тут они с друзьями, все, много людей, все делают одно дело. И даже вот такие малыши с радостью бегут. Все занятие дети усидчиво трудились над картиной. Вырезали волны, мастерили корабль, а после аккуратно склеивали все детали. В итоге получилась интересная экспозиция плывущего корабля по волнам, вокруг которого рассыпаны золотые монеты. И пусть тема задания у всех была одинаковая, работы получились разные. Анастасия Воронина, Владимир Бежонов, Ольга Садовская, Видное ТВ.